мама, что с ней? Она какая-то странная. Я не помню, чтобы Лилит так себя вела. Возможно, что у нее что-то случилось, но она не хочет говорить. Я думаю, если ты поговоришь с ней, что-то узнаем. Я попробую. Я думаю, она поймет меня, если любит, любит. Не сомневайся. Лиз хотела сказать, что Вольфрам собирает нас еще на одну охоту. Хорошо, я готова.